Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма «В полі зору транспорт». Я Катерина Тригубова, а в нашій студії гість Ігор Юрійович Житінський, експерт Асоціації працівників транспортної галузі та інфраструктури. Вітаю вас в нашій студії. Говорити будемо про актуальні питання життя галузі транспорту. Ігор Юрійович, результати виборів. Як ви їх оцінюєте місцевих? І саме головне, от как эти результаты повлияют на развитие транспортной отрасли, на ее сбережение и на развитие, конечно, дальнейшее? Спасибо за вопрос. Вопрос очень интересный, с одной стороны, риторический. Ну, давайте, с какими результатами мы подходили к этим выборам, что касается представительства транспортной отрасли в местных советах, в городском и областном. Ни для кого не секрет, что представители крупных транспортных предприятий были представлены депутатским корпусом. И непосредственно в городе Николаеве руководители транспортных предприятий возглавляли депутатскую комиссию по транспорту. Фактически, на мой взгляд, это вещи были недопустимые. Фактически, тот орган, который должен принимать законодательные нормативные акты по городу и следить за выполнением их и качеством выполнения, фактически должен был контролировать сам себя. И отсюда мы видим все перекосы, которые связаны с жалобами простых граждан на то, что подвижной состав разваливается на ходу, водители хамят, не соблюдают законы, не соблюдают график движения, потому что и шло попустительство, скажем так, выгодополучателей с этих маршрутов, которые, пользуясь депутатскими мандатами, принимали решения и закрывали глаза на развитие той ситуации, которая складывалась. Что касается результатов, которые уже сейчас в какой-то степени известны по депутатскому корпусу и областному, и городскому, можно сказать, что для транспортной отрасли эти результаты позитивные. В чем они заключаются? Что ярко выраженных лоббистов из транспортной отрасли в депутатском корпусе нет. И нас это радует, что наконец-то, может быть, представители малого и среднего бизнеса смогут на равных конкурировать с представителями более крупных предприятий. Это позволит улучшить качество предоставляемых услуг, это позволит проводить более прозрачные конкурсы. Соответственно, это, скажем так, будет стимулом для развития бизнеса. Хочется верить, что именно будет так. А вот смотрите, люди, которые входят в комиссию, допустим, по транспорту, в горосполкоме, в облсполкоме, да, мне кажется, они должны все-таки, хотя бы часть из них, быть специалистами в этой отрасли. Потому что очень хорошо, когда люди честные, замечательно, когда люди, знающие, профессионалы, допустим, экономически грамотные, с широким кругозором или широким кругом знаний, да, но все-таки в этой комиссии должны присутствовать люди, которые занимаются именно транспортом. Вот как это будет решаться? Я вам хочу сказать, тут, поверьте, проблем не будет, потому что для этого и есть исполнительный комитет, и городской, и областной. И исполнительный комитет, который готовит нормативную базу, который работает с обращениями граждан, который изучает пассажиропоток, который изучает обращения граждан. То есть это управление транспортом? Да. Там должны быть как раз профильные специалисты, которые должны готовить экспертные заключения для депутатского корпуса и мотивировать принятие того или иного решения. Просто поймите правильно, мы же не говорим, что не должно быть представлены в депутатском корпусе представители той или иной отрасли. Они должны быть представлены. Но, вот, скажем так, раньше было такое негласное правило, что если человек работает в той или иной отрасли, то он в комиссию идет, например, смежную, но не прямо аффилированную с его, скажем так, предприятие. Связано с прямым, да. С его деятельностью. А так получается, да? Вопрос заключается, когда человек возглавляет транспортное предприятие, которое выигрывает все тендеры по перевозке пассажиров, и он же является контролирующим органом в лице представителя комиссии по транспорту, но здесь явные перекосы. И я вам хочу сказать, это перекос, который допускали представители, как говорится, как мэр города, как профильные замы, и это ничего хорошего не приносило горожанам. В области ситуация более демократичная, я вам сразу хочу сказать. И там она, как бы, область пошла более, скажем так, более открытым путем. Более открытым путем. И конкурсы проводятся более цивилизованно, и понятны правила игры.
И понятно, и там независимость от того, крупный ты перевозчик или мелкий, если вот ты соответствуешь условиям конкурса, ты можешь победить на этом конкурсе. В городе, увы, все было создано для того, чтобы только те игроки, которые на рынке существуют в городе, только они и оставались. Под них были прописаны условия конкурса. Я считаю, что это была полная дискриминация в плане развития малого и среднего бизнеса в транспортной сфере в городе Николаеве. Теперь я думаю, что ситуация исправится, и те люди, которые своим трудом, начиная там еще с 90-х годов поднимать этот бизнес, покупали транспорт, сами работали за рулем, потом разрастались, увеличивались, у них теперь есть возможность дальше развиваться. А, скажем так, нет необходимости, у нас же сейчас какая ситуация, у нас всех мелких перевозчиков загнали под более крупные, не от того, что у них более лучшая база, команда специалистов, обслуживание, а просто негласно в городе определили 10 фирм, которые работают на рынке транспортных услуг, у этих 10 фирм 5 аффилированных хозяев, которые поделили между собой этот рынок, и всех остальных, кто хочет работать в городе Николаеве, загоняют под эти фирмы. Ну, скажем, прямо об этом никто не говорит, но реально происходило так. А как вы видите вот свою дальнейшую работу и взаимодействие с городским советом, областным советом, вот как ассоциация, как представители ассоциации? У нас есть какие-то уже предложения, может быть, у них есть уже какие-то предложения, потому что наверняка вы знаете людей, некоторых из них, которые и прошли в депутаты городского и областного совета и намереваются войти в комиссию по транспорту. Ну, то, что касается комиссии по транспорту, мы пока не можем сказать, кто изъявил... Ну, хорошо, с депутатами, да, все равно же нужно взаимодействовать. Понимаете, вопрос заключается в том, что если власть открытая... Мы же не, для чего мы проводим встречи с представителями власти, для чего мы идем в эфир? Мы говорим, что в отрасли есть определенные проблемы. Если власть настроена конструктивно решать эти проблемы, то она нас приглашает и говорит, да, вы озвучиваете проблемы, подскажите нам тогда механизмы решения. Как, на ваш взгляд, экспертный, можно решить ту или иную проблему? Если власть заинтересована в решении тех или иных проблем. Если, скажем так, если такие проблемы и такой диалог получается, мы идем на контакт. Вот, не так давно представители облгосадминистрации предложили представителям нашей ассоциации принимать участие в областном тендере на определение победителей на пригородные межгородские маршруты. Чтобы, говорит, это было прозрачно и открыто, мы приглашаем ваших представителей, чтобы они смотрели за законностью проведения этих тендеров. Вопрос заключается в том, что, и мы, конечно, мы приняли это предложение, потому что это как раз это диалог общественности и диалог власти. Но, скажем так, мы надеемся, что с формированием новой команды в городе то же самое произойдет и в городском тендерном комитете, чтобы граждане не обвиняли власть, что колуарно принимаются те или иные решения, что если побеждает на конкурсе фирма-перевозчик, то это фирма, которая заслуженно победила на конкурсе. Я думаю, что мы таким путем и будем двигаться. Ну, будем надеяться, что действительно будет и конструктивный разговор, и будут прислушиваться к вам, и вы будете прислушиваться тоже, потому что наверняка и там возникнут какие-то, конечно, предложения, конечно, по улучшению работы. Активно у нас реформируется наша милиция, она уже практически реформировалась в том плане, что она теперь полиция, да, то есть уже мы на пути к тому, что у нас новый правоохранительный орган, скажем так, потому что такие заявки поступают со стороны высшего руководства, которое заявляет о том, что все будет по-новому, что будет меньше или практически исчезнет коррупция, будут лучше работать, и все это в связи с реформами. К сожалению, то, что мы сейчас видим, я говорю о том, что госавтоинспекция была ликвидирована, вот таким вот образом решительным, не вселяет пока, во всяком случае, каких-то радужных перспектив и какого-то впечатления не производит хорошего о том, что все-таки это правильно, потому что, да, убрали с дорог людей, которые, по мнению руководства, были насквозь коррумпированы, были взяточниками и так далее, но не появилось никого другого, который, пусть он будет честным, но он еще и должен быть профессионалом, этот человек, этот патруль должен профессионально уметь выполнять ту работу, которая на них возложена. Соответственно, и аварии, и какие-то менее трагические вещи по составлению документов, да, тоже много нарушений. Вот как вот с вашей стороны, насколько это было правильно сделано, насколько вот есть еще возможность исправить ситуацию, потому что она действительно такая угрожающая.
Вы знаете, у нас как бы очень такой как бы непростой, с одной стороны, вопрос мы затронули. То, что нужно было сделать и поменять, это однозначно, никто в этом не сомневается, как это нужно было то, что провести? Реформа назрела, это однозначно, и сейчас, вы знаете, идет реформа, реформируют и полицию, реформируют также Укртрансинспекцию. Я вам хочу сказать, у нас есть очень большое опасение, чтобы не получилось то, что, знаете, как бы генералов нам с Грузии прислали, которые реформами занимаются, только солдат забыли прислать, кто воплощать это будет все реально в жизнь. Потому что, скажем так, если мы не доверяем своему менеджменту, управленческому, мы говорим, что представители другого государства более профессиональны и более грамотны, а кто будет на бытовом уровне решать наши проблемы? Невозможно переселить всех из соседнего государства для того, чтобы они все делали. Тогда уже мы превратимся в другое государство. Почему я поднимаю этот вопрос? Чтобы не получилось так, что если через год-полтора реформа захлебнется, то нам скажут, вот видите, приехали суперграмотные менеджеры с иностранным образованием, закончили там высшие школы бизнеса и все остальное, а реформы не пошли, потому что менталитет украинского народа не соответствовал европейским видениям этих менеджеров. Я вам хочу сказать, на самом деле очень многое все зависит от нас. Потому что представители той же ГАИ, той же милиции, это же не какие-то инопланетяне были, это были средства нашего общества, это чьи-то отцы, чьи-то дедушки, бабушки, чьи-то матери, которые, если у нас общество идет по тому пути, что чем соблюдать законные интересы, проще дать взятку, и с другой стороны, проще ее взять, то, наверное, это не только касается правоохранительных органов. Взяточничество – это всегда две стороны, одна, которая принимает, а другая, которая дает. Я вот вам сейчас хочу привести пример. Понимаете, если у нас в сознании для каждого чиновника, вне зависимости, это правоохранительные органы, будет понимать, что его основная миссия не карать, а та же милиция, та же Укртрансинспекция, если не миссия консультационная, они должны видеть, что со стороны соблюдения интересов государства, все ли делается в той или иной отрасли правильно. Если, например, есть такой орган Укртрансинспекция, если Укртрансинспекция должна наблюдать, чтобы соблюдались правила предоставления услуг населению, вот то, что мы видим, и то, что Николаев входит в тройку городов, где самая худшая ситуация с ДТП и количеством жертв в ДТП, это как раз недоработка этих органов. Вместо того, чтобы заниматься профилактикой, они фактически занимаются чем? Используя служебное положение, они занимаются обслуживанием определенных бизнес-элит, в угоду им они проверяют фирмы неугодные и фактически мешают им работать на рынке транспортных услуг, а закрывают глаза на то, что происходит в области и в городе. Чтобы не быть голословным, давайте скажем прямо, что происходит и почему Укртрансинспекция не видит тот факт, что только в Николаевской области есть автовокзалы-клоны, что межгородские маршруты отправляются с остановки пассажирского транспорта, так называемая 16-я платформа пересечения проспекта Октябрьская, Чигрина. Почему Укртрансинспекция это не видит? И я вам сейчас скажу вообще парадоксальную вещь. Это вы маршрутки на Одессу имеете? На Одессу, да. На Одессу и Коблево. Я вам сейчас хочу привести такой факт. Буквально месяц назад с официального межгородского маршрута автовокзала Николаева начали ходить маршрутки Николаев-Одесса по цене 60 гривен. У нелегальных перевозчиков, которые отправляются с 16-й платформы, 100. Что вы думаете? В нарушение всех законов Укртрансинспекция каждое утро начинает свое с проверки легального перевозчика на легальном автовокзале, выписывает по надуманным предлогам штрафные санкции, чтобы парализовать работу легального перевозчика, который в два раза практически возит жителей Николаева дешевле, чем эта, скажем так, сомнительная структура, которая отправляется с нелегального автовокзала и обирает жителей Николаева. Вот смотрите, вы вот дайте эту тему. Нас, я... а
Да, вот вы это озвучиваете сейчас в программе, а вы выходили на власти вот с этой информацией? Вопрос заключается, скажем так, мы со своей стороны эту позицию доносим. Вы поймите правильно, у нас, скажем так, ситуация сейчас тоже очень интересная во власти, потому что эти процессы связаны с борьбой с коррупцией и люстрацией. Можно же было обратиться, или с налоговой... С налоговой, с правоохранительной, с милицией, с прокуратурой уже полгода ведем активную, скажем так, работу. Вопрос заключается в том, что я вам хочу сказать, нам даже приходило через суд, вот последний раз, через суд заставить милицию открыть РДР. Это что такое? Ну, это внести в реестр уголовное дело по поводу уклонения от уплаты налогов как раз это незаконными автовокзалами и той фирмой, которая по 100 рублей возит людей на Одессу. Потому что есть уклонение от уплаты налогов, есть, скажем так, тенизация рынка. Так я вам хочу сказать, милиция и налоговая это, в упор этого не видела. И нам через решением суда милицию обязали открыть это уголовное дело и расследовать это преступление. Я к чему говорю, что процессы очень непростые. Процесс. И ни для кого не секрет, что в этих теневых структурах, которые создают теневые автовокзалы и фирмы, которые обслуживаются с этого, очень много бывших работников правоохранительных органов, которые, работая в правоохранительной системе, изучили этот вопрос, понимают, где может быть рыба в этом мутной воде, и, уйдя на пенсию или рассчитавшись правоохранительные органы, возглавили эти процессы. Это как бы, скажем так, ну это проблема, опять же, нашего общества, что те, которые были призваны наводить порядок, фактически стали на сторону тех процессов, которые, наоборот, скажем так, все процессы... Перешли на другую сторону. Да, на сторону. Но я хочу вам сказать однозначно, что касается и городской власти, и областной власти, нам удается получить... и информацию, и данные. Вот что касается непосредственно нелегальных автовокзалов. Ну, поймите, парадоксальная вещь. Город не выделял под автовокзалы землю. Предприниматели незаконным путем взяли и обслуживают городскую землю, и в городе нет на них управы. Но мы понимаем, почему на них не было управы. Потому что в депутатском корпусе сидели представители этих структур, возглавляли депутатскую комиссию. До недавнего времени заместитель городского головы был аффилированной структурой со всеми этими процессами. Поэтому мы радостно смотрим на те процессы, которые сейчас произошли с депутатским корпусом. И мы надеемся, что новому городскому голове, новому депутатскому корпусу не безразлична будет судьба транспортной отрасли в Николаеве. И они будут стараться, чтобы и маршрутки ездили более комфортабельные. И чтобы взяточники и проходимцы, которые работают в Укртрансинспекции и крышуют фирмы, тех или иных олигархов местных, что все-таки должны стоять на стороне закона и простого гражданина. И смотреть, чтобы паритет для развития бизнеса для всех был одинаковый. Вы понимаете, я не для того критикую Укртрансинспекцию, сказать, что это проблема всеукраинского масштаба. И не случайно Министерством инфраструктуры было принято решение, сейчас идет процесс ликвидации Укртрансинспекции, потому что это такой гнойник оказался, который вместо того, чтобы навести порядок, помочь местным муниципалитетам развивать транспортную инфраструктуру, фактически начал просто облагать ее данью и с этого кормиться. Это, конечно, недопустимые процессы. Спасибо вам большое за вашу неравнодушную позицию, за то, что вы действительно не опускаете руки, и несмотря на все сложности и все несоответствия законодательства и того, как нужно правильно сделать, все-таки боретесь за то, чтобы все было справедливо и все было так, как должно быть в нашей жизни. Спасибо вам большое, приходите Спасибо. К нам еще. Спасибо. К сожалению, наше время истекло в этом эфире сегодня. Обязательно встретимося ще. Я дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нами. Нехай так буде і надалі. І прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі телеканалу Миколаїв.